Всем привет, любители веселья, с вами я, Профан. Если вы хотя бы на чуть-чуть углублялись во вселенную DC, то вы точно знаете такого суперзлодея Бэтмена, как Рас Аль Гула. Его появление за комиксами было в фильме Кристофера Нолана и в играх серии Архам и в других проектах, где он выступал как антагонист. И вы знаете, что он прожил немало, потому что у него есть источник молодости, так называемая Яма Лазаря, в которую он опускается, и тот дарует ему силу и практически что бессмертие. И я вам хочу более подробно рассказать про его, когда случилось его первое появление, его история и сколько ему все-таки лет. Поехали! Впервые Рас Аль Гул появился в комиксе «Бэтмен» номер 232 в июне 1971 года, где выступал главным злодеем. Имя Рас Аль Гул дословно переводится с арабского как «голова гуля» — мифического восточного существа, тесно связанного с нежитью. Английский перевод — «голова демона» — не самый точный. И так получается, что настоящее имя Рас Аль Гула неизвестно. Самое главное орудие Рас Аль Гула — Яма Лазаря, излечивающая любые раны, а также возвращающая его к жизни, в случае недавней смерти, если это необходимо. Постоянное использование ямы также дарует ему повышенную выносливость и исцеление. Когда в игре Batman Arkham City Рас Аль Гул умирает, и мы думаем, что его больше не увидим, он снова предстает к нам в сиквеле игры. К тому же, в его подчинении находится организация Лига Теней, так что Рас не испытывает недостатков в преданных сторонниках. Все это делает его серьезным и опасным противником. Все бы хорошо, но вот незадача. С каждым новым погружением в яму Лазаря он становится все более и более безумным, потому что его тело и разум не выдерживают такого напряжения на себе и постепенно умирает, что мы наглядно можем увидеть в игре Batman Arkham Knight. Так сколько же все-таки лет Рас Аль Гулу? Предполагается, что из-за того, что он прожил так долго, он потерял представление о том, сколько ему лет. Но цифра нам все-таки известна. Наш предводитель Лиги Теней прожил аж больше 700 лет. Это огромная цифра, но больше он не прожил, потому что тело не выдержало. На этом все. Если вам понравился данный ролик, то поставьте ему свой лайк и напишите в комментах, про что мне сделать следующий ролик. Ну а с вами был Профан. Всем веселья, всем пока. Пока.